Запэтонс прослушивает? Я уже поняла то, что эта информация уже везде. Я такая смотрю всех. Короче, всех так смотрела. Решила тоже проверить. Такая смотрю. Вдруг мне пришел комментарий от Маты Сталисить. Тэмэ, когда я прослушивала, я чуть не обосралась. Реально было страшно. Когда я так послушала, там реально вот так, типа что-то... Как будто кто-то дышал. Просто возьмите этот ЗП, это скачайте. Просто вот так ничего не трогайте, и у вас это будет. Либо это просто мне так волосы шуршат, когда я прислоняю к телефону. Хотя видел один комментарий, который типа разработчики просто хотят добавить звук, но у них не получилось. Но я, конечно, так себя расслабляю. Блин, эти комментарии мне уже надоели. Что там нет? Нет, у меня ничего не заходит. Сейчас еще раз зайду. Это ZPeta. Меня только уже смущает это название. И это то, что там как будто нас прослушивают. Я не тупая? Нет. Тупая. Я тупая. Вот, смотрите, вот наша ZPeta. Подносим в куху, ничего не делая. И смотрим. Сейчас я просто замокну и все, ничего не говорите. Да блин, меня все эти звуки уже очень пугают. Я не буду спать. Да вы надоели уже. Блин, я пока смогу удалить. Сейчас смотрим. Блин, мне реально страшно. Бля, иди туда в жопу. Чё ты мне тут жопой махаешь? Мне тут жопой махает. Блин, не страшно. Ну там шепота, конечно, нету, но там есть типа просто типа вот так ничего не говорят, типа, а просто так молчат. ZPeta, ты меня слышишь? Я тебя ненавижу, ZPeta. Если я его не удалю. И все. Да блин. Я, конечно, не удалю ZPeta, но мне нравится. Как у него волосы махают. Господи. ZPeta нас подслушивает. Ну, короче, просто...